Всем привет! Очень много вопросов было по ошибкам диагностики и считыванию на квадроцикле CF Moto X8. Вот у меня наконец-то дошли до этого дела руки. До этого никогда с этим не сталкивался, а вот тут после переборки двигателя в первую поездку столкнулся. Итак, как нам считать ошибки? Давайте начнем с того, что ошибка загорается вот здесь значочек. И для того, чтобы его считать, в лесу вы это, ну, скорее всего, никак не сделаете, потому что надо считать моргание вот этого датчика. И ошибка состоит из 4 цифр. Начинается всегда она на 0. 0 – это 10 раз быстро она моргнет. То есть это будет 0. И дальше пошли цифры. То есть 1 – это 1, 2 – это 2, там 3 – это 3, и так до 9. То есть вот так вот. Вот это ошибка. И давайте сейчас с вами будем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это ноль. Раз. Это один. Три. Это три. И один. То есть ошибка 0,131. Ну и дальше оно повторяется все по кругу. То есть опять 10, 1, 3, 1. То есть она при включении зажигания вот так вот будет повторяться. А для того, чтобы расшифровать, нужно вот этот вот 0,131 посмотреть в табличке. Таблички размещу вот либо в описании к видео, либо в первом закрепленном комментарии. Смотрите и расшифровывайте. То есть у меня ошибка 0,131. Это, я уже посмотрел, низкое напряжение в лямбда-зонде, который в глушитель встроен, первого цилиндра. То есть будем эту проблему как-то решать, еще руки не дошли. Вот, то есть пока речь идет только о расшифровании. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока.